Всем привет! У нас продуктовая сегодня вот такая небольшая покупочка, хотя получилась очень даже большая. На 721 гривну в супермаркете Walmart. Вот такой вот. Сейчас я вам покажу, почему такая сумма вышла и что почем, обзор цен с вами сделаем. Итак, давайте идти по чеку. Самая у нас дорогая вещь, это муж взял вот такие станочки Gillette Fusion 5. Вот такой вот станок, и он потянул, даже по скидке еще был, 281 гривна. Не знаю, как в сравнении с другими супермаркетами, ничего не могу сказать, здесь была такая цена. Дальше, яйцо пластиковое, это был киндер для Сони, очень большой, розовый, 61 гривна, 93 копейки. Сейчас я вам вставлю видео, какой он был, очень понравился. Мам, дай. Да, за одну затяни, за другую. Так, пальчики. Можешь ты, мам, открыть? Боже, это целый этот. Барахолка. Смешно здесь. Ой, а это что? Крылья? Тик-так. Смотри, какой тик-так. Этот герой маски. Хеллбой. А это что? Желешечка и палочка. И даже смотри, что крабик. И чипа-чопсы. Ага, два крабика. Два крабика для волос. Это, кстати, очень надо. Лапка крабика. Лап-лап. И крабики. Дальше. Конфеты Бонни ягодный микс. Это рошеновские желейки. Вот они. Они, получается, стоят 21,75. Сыр плавленый Комо вершковый. Их получается у нас 3 штучки по 13,98. Одна. Вот так вот он выглядит. Дальше по скидке были конфеты Аркадия Лукас. Вот такая вот упаковка 200 грамм. Стоила 20,99. Дальше молоко было очень, честно говоря, все дорогое в этом Walmart. А здесь получается, а сколько здесь? 2 литра, да, 2 литра. 62,55. И я вам скажу, что там литр Ягодинского стоит 30 гривен в этом Walmart. Дальше. Птичье молоко Жако, очень вкусное вот это птичье молоко, упаковочка. Оно стоит 39,49. Дальше сок маленький, это Матвей выпил, персиковый, Рич, 9,50. Сок большой апельсиновый, Сандора, 42 гривны. Большая упаковка. По акции, вот мне понравились вот такие кременчугские докторские сосиски. Вообще Кременчуг это очень хорошая фирма, да. Они были по скидке всего лишь 23 гривны. Но здесь, смотрите, их мало, они такие малюсенькие. Это я детям взяла 200 грамм. Вот так. Хорошая акция и хорошая цена. Я думаю, что хорошие также сосиски 23 гривны. Дальше майонез европейский большой 43 гривны. Кетчуп лагерный Чумак. Вот такой большой упаковочке. Здесь получается 570 грамм. Пластиковая упаковка вот с дозатором внизу. 42,03. Стоит. Дальше. Ой, я извиняюсь. Кетчуп Торчин лагерный стоит 36 гривен. 36 гривен 570 грамм. И вот такой вот взяли салат Цезарь 36 35 64. И пакет за гривну 99. Ничего вот не взяли. Вот такая малюсенькая, смотрите, покупочка. Ну, из-за того, что здесь вот эти вот джилет, получается, станки. Получилась вот такая сумма 721. Сейчас уже 1000 гривен ни о чем. Ничего не стоит, чтобы зайти в магазин. Насколько каждый день мы видим, цены растут и деньги обесцениваются, к сожалению. Приветик, друзья! У меня еще одно включение с покупочкой. Вот такой вот с магазина Резерв. Я, в общем, искала себе штаны
Хотела взять спортивные, которые я показывала там в обзоре Лавины Мол, и не нашла. И на самом деле на меня еще трудно подобрать, так кажется. Вот то, что подобралось. Сейчас я вам покажу, какие получилось взять не спортивные, а такие более брюки. Ну, вы знаете, они такие на все случаи жизни на самом деле подходят. Они зеленые, подходят под мою куртку. Вот, значит, цена 669 гривен, 38 размер у меня. И вот такой идет к ним поясок. Мне очень понравилось. То есть они такие, знаете, я же говорю, и как классика можно носить, и спортивные. Они очень интересные, под все они подходят. Вот так вот они выглядят. Они, как обычно, сейчас все брюки укорочены. Как вам так показать? Вот такие вот. Плотный такой здесь, как катон идет. Тут нужно не показывать, а показывать на себе. 98% бавовна. Потому что так ничего не говорит вещь, вот когда ее просто смотришь на вешалочке, ни о чем не говорит, только говорит о том, когда я одеваю. Там спортивные, еще какие-то померяла, вот абсолютно не то. Вот, потому что у меня тоже фигура такая своеобразная. И вот эти именно лучше всего подходят под меня, подошли мне. Вот таким образом. Сделано в Польше, да? Резерт. Вот, мне очень понравилась эта покупочка. Здесь такие кармашки. Так что не буду много рассказывать. Нужно просто показать, как они смотрятся. Еще, друзья, хотел показать вот такой вот хваст. Это такие кроссовки Nike из натуральной кожи. Это настоящие Nike. Теперь у меня такое приобретение. Сейчас чуть позже покажу вам лук мой вместе с этими кроссами, которые можно носить абсолютно под все, потому что белое подходит практически под все. И мы были с мужем в Nike. Получается, там сейчас акция. Они чуть-чуть уже видно, я их носила. Значит, акция 2 плюс 1. Берешь две пары, третья в подарок. Да, действительно, цены, конечно, не маленькие, но это Nike, это натуральная кожа. И акция действительно классная, практически на все действовала. То есть берешь две пары, третья любая в подарок. Мы взяли мужу, если хотите, напишите в комментариях, я сниму в следующий раз, какие мужу взяли две пары Nike. А это вот мой такой получился повседневный лук. Напомню, да, что вот этот свитшот, он настолько приятный, он настолько мягкий, теплый. Это я взяла в Сенсее. Брюки резерт. Вот за брюки я очень довольна, потому что их на меня подобрать тоже довольно тяжело. С учетом того, что сейчас все идет коротко, на меня, на высокую и так еще идет все более подстреленное. То есть подобрать сложно. Брюки мне понравились, то есть они такие, вариант тоже под все подходят. И мои белые Nike тоже сейчас прям, пока нет грязи, знаете, вот этого вот всего, то можно носить белое. И они тоже очень теплые, очень удобные, мне даже в теплые дни мне было жарко. Вот такой вот лук. Пишите ваши комментарии, как вам, что вам нравится, что вам не нравится. И подписывайтесь на мой канал. Встретимся в следующих обзорчиках. Нажмите, не забудьте на колокольчик, на лайк. И жду ваших комментов. Всем пока-пока. До новых видео. До скорой встречи.